В отделении МВД России по городу Кумертау состоялось торжественное поздравление ветеранов и сотрудников ГАИ ГИБДД с профессиональным праздником – 80-й годовщиной со дня образования госавтоинспекции. Защищать жизнь и здоровье людей – благородное и ответственное призвание, требующее профессионализма, выдержки и самоотверженности, а зачастую личное мужество. Поэтому хочу выразить признательность всем сотрудникам госавтоинспекции, которые, не считая с личным временем, не щадя здоровья, а иногда и жизни, выполняют свой служебный долг. А также сказать слова благодарности вашим семьям, родным и близким. На мероприятии прозвучали особые слова благодарности ветеранам службы за то, что они заложили славные традиции ответственного отношения к делу и продолжают передавать свой опыт молодым сотрудникам. За то, что чувство долга и справедливости для них не просто слова, а дело всей жизни. Несмотря на изменение названия, задача ГИБДД все равно остается – это обеспечение безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции всегда были и будут на дорогах и обеспечат безопасность. В рамках мероприятия состоялось награждение нагрудными знаками 80 лет госавтоинспекции сотрудников разных чинов. Служу Российской Федерации. Но я хотел бы сказать, то, что вас всех нас здесь объединяет одно, то, что мы все работаем, и кто-то из вас уже работал в госавтоинспекции. Бывших, как у нас принято в милиции, в полиции, говорит не бывает. Поэтому всех поздравляю от всей души, желаю крепкого здоровья, свое счастье, удачи, успехов, сотрудникам набраться опыта. Еще раз праздника поздравляю. Финос Махиянов, занимавший с 1976 года по 1992 пост начальника отделения ГАИ Кумертауского ГОРОВД, а ныне подполковник милиции в отставке, напомнил всем историю ГАИ, рассказал обо всех тех, кто трудился в наших краях, первых служащих госавтоинспекции, а также обратился к вдовам сотрудников полиции почти в память ушедших. Также присутствующих поздравил майор милиции в отставке Фаниль Салимов. Ну, с Кумертауским отделением у нас отделом всегда было братские отношения. Но сегодняшнее торжество, я думаю, доказательство. Мы даже и футбол играли вместе, проводили. Поэтому всегда у нас было дороги, мы не делили. ДТП тоже по возможности передавали. Ну, непонимания никогда не было. Ну, нам гаишникам, может, в какой-то степени не повезло с поздравлениями. Те водители, которых мы охраняем ночами, днями, они нас не поздравляют. Мы только друг друга поздравляем, наши друзья поздравляют, так бы. Поэтому нам этого хватает. В течение многих десятилетий служба ГАИ выполняла важнейшие задачи по снижению аварийности на дорогах и сохранению жизни и здоровья людей. Награждены медалями ветеран госавтоинспекции 80 лет были служащие всех чинов, находящиеся ныне в отставке. Со словами признательности и благодарности за сохранение памяти об ушедших выступили вдовы сотрудников полиции. Особенно хочется мне выразить слова благодарности тем сотрудникам ГАИ, которые служили вместе с моим мужем Ильдаром. Вот, конечно, Финус Рахимович, вам огромное спасибо. Тарасе Дрожатовичу, вам огромное спасибо. Геннадий Иванович, преклоняюсь перед вами, спасибо вам огромное. Ну и всех трудно перечислить, но вот тех людей, которые знаю в лицо, вы мне очень близки и дороги, я вас очень уважаю и даже люблю. В завершение мероприятия все присутствующие традиционно собрались для общей фотографии на фоне памятника.